Привет, друзья! Российские военнослужащие начали применять на учениях лазерный комплекс СЛИП-177. Система лазерной имитации боя СЛИП-177 предназначена для обучения и тактической подготовки солдат. Говоря по-простому, на солдата одевают жилет с лазерными датчиками, а оружие оснащается лазерным целеуказателем АСПИД, совмещенным со спусковым курком. Во время учений система анализирует, было ли в солдата попадание и в какую область. Комплекс СЛИП-177 достаточно сложный и работает на микрокомпьютерах. Время работы комплекса 10 часов. Дальность использования до 800 метров. В более сложном варианте жилет солдата может оснащаться электрошоковыми устройствами для имитации попаданий. Система называется СЛИП-177, предназначена для имитации лазерного боя военнослужащих. На военнослужащих устанавливается системный блок, который находится на спине. Он показывает уровень жизнедеятельности, жизни военнослужащего. По всему телу находятся датчики военнослужащих на руках, на груди, на ногах. И на автомат наставляется насадка, которая дает излучатель лазерный. При попадании лазерного излучателя противника получается идет вибрация и сопровождение светодиодов. То бишь все замечают, что он раненый либо убитый. Это предназначено для обучения военнослужащих действия солдатам в бою. Штурмовое подразделение отрабатывает два вида боя. Первое отрабатываем — это переход в оборону. А второе — это наступательные действия из обороны в наступление. И так само отработка наступательных действий на высоту и занятием окопов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.